друзья, добро пожаловать на мой канал. Сегодня готовлю очень быстрые, простые, полезные домашние конфеты. Начинаем. Итак, для приготовления нам понадобится вот такое вот обычное песочное печенье. Я его измельчаю. Если вы соблюдаете пост, то такое печенье замените обычным постным галетным печеньем. Такое сейчас тоже продается, и купить его не проблема. Насыпаю орехи и измельчаю. Теперь добавляю сюда мед и еще раз включу блендер. Вот такая вот масса должна получиться. Содержимое перекидываю в пиалку и начинаю формировать конфеты. Эта масса уже сама по себе очень вкусная, и вы можете просто приготовить вот такую вот конфетку. Можно ее обвалять в чем-нибудь, а можно вот просто вот так вот выложить, и это уже будет очень вкусно. Но если вы готовите для гостей, а не для себя, то хотелось бы ей придать более презентабельный вид. И я буду в серединку ложить. Вот у меня есть сухая клюква. Также я порезала на небольшие кусочки курагу и положила изюм. Также можно использовать орешек или чернослив. Все по вашему вкусу и по наличию того, что есть у вас дома. Сформировала конфету и обваляю ее в кокосовой стружке. Следующую конфету я обваляю в рисовых шариках. В измельченных орехах и в какао. Так подготовлю все конфеты. Вот такая красота у меня получилась. Конфеты лучше держать в холодильнике, чтобы они были более твердые. Ну все, можно заваривать чай и подавать. Такие конфеты вы можете приготовить в считанные минуты, если к вам неожиданно пришли друзья на чай. А также их абсолютно спокойно можно давать детям. Берите на вооружение рецепт и приятного всем аппетита!